Победители зональных соревнований, а это самые сильные команды, приняли участие в завершающем этапе краевых детских спортивных игр «Спорт против наркотиков», который прошел в нашем городе. Цели этих игр самые благородные – пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня физической, нравственной и духовной культуры молодежи. Далеко не в первый раз в Славянске на Кубани проходят соревнования высокого уровня. В Центр спортивной подготовки «Олимпиец» приехали представители 9 муниципальных образований, всего 14 команд двух возрастных групп. На открытии финала игр представители Славянской администрации и Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края поздравили ребят с началом соревнований и пожелали им успехов в честной спортивной борьбе. Благодаря тому, что в нашем городе созданы отличные условия для проведения серьезных соревнований, есть квалифицированные специалисты и наработан опыт, состязания здесь и проводятся. Эти соревнования не такие сложные, они доступны, это самое главное. Доступны для мальчиков, и для девочек, и для разных возрастов, потому что команда состоит из детишек разного возраста. Вот. И самое главное, что они соревнуются в команде. Вот, они уже прошли отбор зональных соревнований, сильнейшие команды приехали сюда. Дисциплины, опять же, доступные, простые и, самое главное, интересные. Они воспитывают и чувство коллективизма, и патриотизма. И ребята, работая в команде, понимают, что не только лично от тебя зависит успех, но успех зависит от того, насколько слаженно команда подошла к выполнению того или иного упражнения. Что касается, почему в Славянске, ну, действительно, Славянский район – это уже мека кубанского спорта. Здесь достаточно большое количество современных спортивных объектов. Мы с удовольствием проводим соревнования совместно в Славянском районе. Вот каждый раз сюда приезжаем и понимаем, что если мы едем в Славянск, то соревнования пройдут сюда на высоком уровне. Все участники соревнований хорошо подготовились к ним и были настроены на то, чтобы добиться отличных результатов. У нас в школе все дружат с физкультурой. У нас очень дружная команда. Мы победили в зональных соревнованиях и надеемся выступить достойно на этих. Это не впервые, когда мы ездим по соревнованиям, поэтому, надеюсь, мы опять справимся, как и в прошлый раз. Очень долго готовились, поэтому, если проиграем, это очень будет обидно. Но лучше надеяться на хорошее. И другим командам я тоже пожелаю всего хорошего. Финалисты, представляющие Славянский район, были готовы к борьбе за лидерство и с самого начала настраивались на победу. Мы победили в зональных соревнованиях, прошли в финал. И я думаю, то, что мы сегодня победим, потому что мы очень усердно готовились. И будем надеяться на победу. Решительный настрой и отменная подготовка ребят сделали свое дело. В прыжках через скакалку они действовали очень уверенно. Дартс также принес им такие нужные баллы. А в комбинированной эстафете спортсмены закрепили свой успех. Итак, в старшей возрастной группе 2007-2008 годов рождения лидером стала команда из станицы Петровской. Победителям были вручены медали и кубок. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».